вот, друзья, обезьянка-скандалистка. Смотрите, да, какую она сейчас устроит истерику. Ой, не видит, не видит ее сейчас. Заигралась, убежала. Отвлеклась. Там что-то опять делит. Но делит мало. Идет, Надежда. Идет, скандалистка. Скандалистка здесь. Вот она тут как тут. Ну давай. Ну, пусти. Зря говорят, ты как макака. Угу. Вот точно про этих макак. Ну иди еще поскандаль. Видимо, девушка с плохим характером. Угу. Уже. Иди, скандалистка. Ну, что не так? Не так, что листочек не ей достался. Угу. На. Залазь сюда. Ей лишь бы поиграть. Да ей поскандалить только. Да. Ей листочек 100 лет не нужен. Вот, и среди них есть пиарщики. Зато этот скушал с удовольствием. Тихо, молча, не привлекая к себе внимания. Ты пиарщик, малой. Ой, не могу. Ну сразу виден характер, да? У каждого свой характер. Вот, друзья, такой тоже интересный вольер с макаками. Будете в парке, обязательно подойдите к ним. Только очки берегите. Да, эти ребята шустрые.